Обласний конкурс «Здоровая сім'я» у регіоні проводиться уже 5-й год. За гэты час у ім поудельничали 86 сім'яў, 24 из них отримали призовые места. Главная цель этого конкурса – это пропаганда традиций и ценностей в семье, которые содействуют здоровому образу жизни. Пропаганда семьи сегодня как основы, именно ключевой позиции для формирования государственной демографической политики в нашей стране. Взять удел в конкурсе может любая семья, якая лечит себе спортивной и активной. Головное – показать и доказать это на практике. С 1 красовика по 30 червня у городских и районных этапах, с 1 липеня по 22 вересня у областным. До речі, кроме становчих эмоций и повышения семейного авторитета, переможцы отримают грошовые призы. 9 миллионов рублей за первое место, 6 за второе, 5 за третье и по 3 миллиона за охвочвальные призы. Подведут выники семейного конкурса на открытии штогодовой выставы кермашу «Содейничание здоровому ладу життя» 22 вересня. Ён же станет кульминацией областной акции «Брэшчына за здоровый лад життя». У минулом годе кермаш здоровья наведали больше за 25 тысяч человек. З их каля 10 тысяч отримали консультации специалистов с 26 установ аховы здоровья. Свою продукцию презентовали 125 предприемств. Я надеюсь, что эта выставка-ярмарка пройдет также успешно. Также наши жители и гости города с удовольствием будут ее посещать и получат для себя все необходимые знания на ведение здорового образа жизни. И все пожелания наших жителей мы постараемся учесть как во время проведения акции «Брещина за здоровый образ жизни», так и во время самой выставки-ярмарки. Отрымать доведки по уделу областным конкурсе «Здоровая семья», так само унести свои парады по проведению акции «Брэшчына за здоровый лад життя» и выставы «Кермашу» можно по телефоне, номер якого вы бачите на своих экранах, або звернувшись в областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья.